чем мы остановились? Прошли восьмерку. Да, я рассказывал про то, что управлять большим количеством людей намного проще. То есть, вот чтобы вы поняли, о чем я говорю, вот скажем, если один человек выбрал путь от Бога, то будущее человечества уже однозначно определено. Понимаете? Значит, но если есть два человека, и один, поскольку свобода выбора и у того, и у другого, и один выбрал идти от Бога, второй, как вариант, может выбрать не идти от Бога, а строить с ним взаимоотношения, понимаете? И когда есть два человека, то вероятность выживания человечества в взаимоотношениях с Богом, в принципе, уже возрастает. Понимаете, о чем я говорю? И чем больше людей, по сути, тем больше, ну вот как свобода выбора, да, определяет, значит, чем больше людей, тем больше шансов за то, что человечество уйдет от Бога, и тем больше шансов, что оно придет к Богу. Значит, но тут вопрос в другом. Поскольку Бог все-таки хозяин и творец, да, и он знает, как направлять человека, как его вдохновлять, когда есть две чаши, на которых две достаточно весомые силы, и с одной чаши в другую может перетекать какое-то количество людей, вот тогда вот уже можно каким-то образом, это вот знаете, вот как скажем, представьте себе в шахматы с двумя фигурами. Одна с одной стороны, другая с другой. Понимаете? И другое дело, когда набор фигур совершенно разных по силе, по возможностям, по способностям. Понимаете? Тут вот начинается вот как бы игра. И это не к тому, что Бог играет людьми. Значит, а к тому, что на самом деле, чем больше людей, тем больше возможностей действительно привести человечество к той цели, которую Бог приготовил для человечества. И вот смотрите, вот если мы посмотрим на Писание, как вы думаете, человечество обречено на смерть или на выживание? Но сколько людей пойдет в ад? Ну, мы не знаем, сколько на самом деле. Да, он пришел для того, чтобы спасти людей. И он же говорил, что ад уготован для дьявола и его ангелов. То есть, смотрите, при том, что людей много, и много людей идет в ад, все-таки история, ну, скажем, будущее человечества предопределено ко спасению. Понимаете, то есть Ишуа сделал это возможным, и человечество получило действительно возможность быть спасенным, несмотря на то, что отдельные личности при этом могут и погибнуть, понимаете. То есть свобода выбора, она имеет две стороны, как медаль, понимаете. И поэтому, как бы, действительно хорошо, когда нас много. С другой стороны, в Торе сказано, не следует за большинством на зло. То есть интересно просто во всем этом то, что, помните, Ишуа говорит Петру, что вот все сатана просил вас сеять, как пшеницу. И интересно, что Ишуа же при всем при этом рассказывает интересную притчу о том, что вот Бог засеял, ну, господин засеял поле пшеницей, а враг пришел и посеял плевелы, да? Значит, и из этой притчи мы узнаем дальше из толкований, что поле — это мир, пшеница — это дети Божьи, а плевелы — это дети дьявола. Значит, и когда слуги захотели очистить это поле от плевел, господин запретил им это делать до тех пор, пока они вырастут и не придет время урожая. Это интересный момент. Вот, ну, кто-то знает, что такое плевелы вообще? А кто у нас самый цивилизованный, чтобы руку поднять?
Отслаивается такая... То шелуха. Шелуха, легкая, пустое семя, которое не... То именно шелуха. Здесь идет речь о целом растении. Полная это пшеница, а те, которые вот реально пустые и в них нет зерна, вот это плевел, понимаете? Значит, и поэтому внешне определить невозможно. И среди человеков есть те, которые вроде бы как имеют человеческое происхождение, но внутри, по сути, пустые и бесплодные. Обратите внимание, что Ишо неоднократно обращает внимание на плодоносность. История со смоковницей, которую он проклял. Причем, ну, мое мнение, что это... вот помните, у него есть притча про смоковницу, которая не приносила плода, и господин сказал ее уничтожить садовнику. А садовник сказал: подожди, я ее немножко удобрю, там пополиваю, может, принесет плод. Да? Значит, и обратите внимание, что Ишуа проклинает ту смоковницу, как бы в реальном мире, не в притче, проклинает в последний год своего служения. Ну, это уже из области моих предположений, что вот... Притчу он рассказал на примере именно этой смоковницы. Реальная смоковница, история как бы обобщенная. Что вот он ходил, 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 и каждый раз он не видел плодов на ней, и поэтому он ее проклял. Значит, если помните, он дальше дает комментарий к этой истории, значит, именно связанной с плодоносностью. Значит, потом, когда он говорит о том, что он лоза, отец виноградарь, а мы ветви, там тоже идет очень большой акцент на плодоносность. И это важно для нас понять. И тут, кстати говоря, важен еще один момент. Просто многие из нас научены, что плод, который мы должны принести в Царство Божие, это спасенные якобы нами люди, да, вот души. На самом деле, извините, Писание об этом ничего не говорит. Плод же Духа есть: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. А те, которые Христовы, распяли свою плоть со страстями и похотями. То есть вот плод, которого Бог ожидает. Причем обратите внимание, что в оригинале там не плоды, там плод. Перед этим выше, если вы почитаете, там перечисляются бесплодные дела плоти. То есть вот смотрите, бесплодные дела плоти, то есть дела, которые плода не приносят. Дела есть, плодов нет. А есть плод Духа. То есть дела плоти, которые плода не имеют, и плод Духа. Значит, то есть это даже не столько дела, сколько вот характер, который мы должны в себе взрастить. Вот благодаря Духу Святому, который нам дарован, значит, мы должны взрастить в себе характер Мессии, достичь полноты возраста Мессии. Вот это то, что действительно ценно для Бога. Значит, а когда у нас будет такой характер, тогда уже будут и люди, которые захотят познакомиться с нашим Господом. Потому что Ишуа как сказал, что какие критерии он дал, вот по которым можно узнать, это ученик его или не ученик. По любви, которую будете иметь друг к другу, узнают. То есть, понимаете, не потому, что мы будем ходить и говорить, что мы его ученики. Понимаете? А вот потому, как мы будем строить взаимоотношения друг с другом, окружающие люди это увидят и узнают, что мы действительно его ученики. И тогда у кого-то может возникнуть интерес, а как этого добиться? Вот в такой вот окружающей среде. Понимаете?
То есть вот так вот. Значит, теперь вернемся к истории. Значит, вот в том произведении вот этот вот робот, он увидел, что на самом деле можно человечество направить, просто нужно приготовить, значит, человечество к кризису, который грядет. И там, значит, просто будущее такое рисовалось, что если человечество предоставить самому себе, значит, то кризис, который разразится и развалит вот эту вот империю галактическую, значит, он погрузит человечество на десятки и сотни тысяч лет хаоса. То есть планеты будут разрознены, связи не будет никакой. На каждой планете, соответственно, воцарится хаос, и это будет ужасно. Человечеству реабилитироваться понадобится очень-очень много времени. Значит, но с другой стороны, если сохранить, скажем, определенные знания, историю, там все, значит, создать базу данных, скажем так, и управлять процессом, значит, прохождения определенных кризисов. То есть там высчитали, что человечество может преодолеть этот кризис там за 1000 лет, к примеру, там, или за 10 000, я уже не помню. Значит, и с помощью вот этой вот теории было высчитано, когда какие кризисы будут и какие нужно предпринять шаги для того, чтобы эти кризисы преодолеть. Значит, и была создана специальная программа, которая создавала голограмму вот этого ученого, которая вот в определенном месте активировалась именно во время кризиса очередного. И он рассказывал им симптомы этого кризиса, чтобы они удостоверились, что он в курсе всех дел. И он говорил, какие нужно предпринять шаги, чтобы кризис преодолеть. Значит, и таким образом человечество кризис за кризисом преодолевало. Значит, ну, как, для того, чтобы сюжет был интересен, естественно, надо было ввести элемент неожиданности. Там появился один человек-мутант, который один кризис все-таки нарушил, и пошло все немножко по-другому. Значит, и мне очень понравилось, что произведение это заканчивается тем, что... А, еще один интересный момент. При том, что население человечества заселило 20 миллионов миров, при всем при этом человечество забыло, что оно произошло когда-то с одной единственной планеты. То есть люди воспринимали существующее положение вещей как само собой разумеющееся, как будто так было всегда. Ну, то есть даже не задумывался никто. А там только вот ученые и историки, которые копались в древности, они как бы знакомы были с мифами о том, что существует некая планета, которая является колыбелью всего человечества. Но где она находится и находится ли вообще, ну, как бы никто не знает и никто в это не верит. По сути, картина как в нынешнем мире. Значит, колыбелью человечества является Эдемский сад. Многие в это верят. А где он находился? Ну, из Библии только мы можем знать примерно его расположение, да? Значит, и то, что человечество произошло всего лишь от одной человеческой пары, от Адама и Евы, многие сейчас не верят. Многие об этом даже не задумываются. То есть, ну, картина реально такая, как вот описано там, только там масштабы другие. И вот интересно, что вот один человек все-таки задается вопросом, то есть его как бы подталкивают обстоятельства. Значит, и он начинает искать эту планету, он в конечном итоге находит планету, и выясняется, что в какой-то момент времени человечество разделилось на два лагеря. Значит, выбрали разные пути развития. Значит, вот ныне существующее, известное в произведении человечества, выбрало путь развития технический, научно-технический путь развития. Значит, а та группа человечества, они остались на Земле тогда, когда все Землю покинули, потому что она уже просто была загажена. Те остались, они ее начали восстанавливать, и они пошли именно по духовному, по ментальному пути развития. И они достигли такого уровня единства, что, ну, типа вот существовало некое такое вот, некое духовное поле или ментальное, вот как оно там, где сознание всех существ, всех людей, всех существ и всего даже неживого, то есть вот
Ну, типа даже камень обладает каким-то элементарным уровнем сознания. И человек мог вот, скажем, вот просто в своем разуме снизойти до уровня вот этого вот камня и посмотреть на мир его глазами, грубо говоря. Или там глазами животного. Было единое такое вот ментальное общество. И, скажем, вот если один человек, к примеру, изучал физику, а другой биологию, то есть специализация была достаточно узкая, но при всем при этом, скажем, если мне нужна была какая-то информация по биологии, а я являюсь исследователем истории, то я в любой момент, как через интернет, могу подключиться к сознанию этого человека и получить всю необходимую информацию. И люди жили в мире, в единстве, в любви. Вот такую вот он обнаружил колыбель человечества. Как бы. И мне было интересно еще в этом произведении то, что вот как управлялся исторический процесс человечества вот за время вот после разрушения вот этой империи. То есть получается, на определенном этапе человечество было предоставлено само себе, и оно двигалось, развивалось, вот как оно себе представляло. Приходило время кризиса, раз они как получали откровение какое-то, то есть вот являлся им вот этот вот Селдон в голограмме, значит, и он им давал подробное описание кризиса и давал пути выхода. И знаете, мне это так вот напомнило вот то, что я в Библии читаю. То есть вот смотрите, Бог с Авраамом говорил далеко не каждый день. Между их диалогами бывало по десятки лет проходили. Бог дал слово Аврааму, и Авраам в соответствии с этим словом живет там 5, 10, 15, 20 лет. Да? Пришел момент, когда вот Авраам достиг, ну я не знаю, там, пришел какой-то момент, которого вот Бог ожидал. Бог опять является Аврааму. Опять ему говорит какое-то слово, и Авраам уже в соответствии с этим, с новым словом, двигается дальше по жизни. Значит, а если это перенести на все человечество, то мы можем увидеть похожую картину. То есть нельзя сказать, что Бог просто отстраняется от человечества и никак не участвует. Я верю, что Бог участвует в каждом моменте истории. Просто, знаете, это вот как Божье присутствие. Мы знаем, что Бог вездесущ, да? А вот скажите, в аду он есть в преисподней? Конечно. Конечно, да или конечно нет? Заднюю парту попрошу помолчать. Так он есть в преисподней или нет? Есть. Можно руку поднять, кто хочет ответить. А Давид царь говорит, куда денусь от духа твоего, в преисподнюю спущусь, и там ты. Ну, но если он вездесущий, не сказано, что он просто всезнающий, он знает, что там происходит, да? Не, на самом деле он таки вездесущий. Вопрос в том, что слава его проявляется по-разному. Там, где его не желают, его слава не проявляется, но он там присутствует. Там, где его желают, там, куда его призывают и просят его проявиться, там вот и проявляется. Каково ему, если он там не проявляется? А вот каково ему, когда мы не хотим с ним общаться? Он в нас, а мы его не хотим. Я прошу прощения, преисподняя входит в понятие везде. Ну вот есть разные места, да? Значит, есть там, есть там, есть там, есть там. Значит, везде включает все места или какие-то все-таки исключает? Все. Ну значит, если он везде сущий. Нам сложно это понять, потому что мы созданы как существа ограниченные в пространстве и времени. А он не такой. Ну, попробуй. Ты знаешь,
Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемишь меня и полагаешь мне на мне руку твою. Дивно для меня видение твое высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и ты там. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня, назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божие, и как велико число их. Стану ли я исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Ну и так далее. И так далее. Слава Богу. То есть, смотрите, к чему мы в конечном итоге подходим. Значит, история — это действительно не просто случайное стечение обстоятельств. Смотрите, даже в русском языке слово «случайность» на самом деле происходит от слова, которое не имеет ничего общего с хаосом. Случай — это «случилось». Вот два луча пересеклись, две жизни соприкоснулись. Мы воспринимаем это очень часто как какое-то необъяснимое стечение обстоятельств. На самом деле, вот в русском языке есть одно четкое, конкретное, правда, не имеющее отношения к человеку слово, но четко дающее нам понять, что случай — это не просто так, это то, что устроил Господь. Кто занимается собаководством, должен быть знаком со словом «случка». Случка и случай, языки слова однокоренные. И отсюда мы можем понять, что слово «случай» не имеет ничего общего с хаосом. Случай — это то, что произошло, и то, что кем-то когда-то было запланировано. Понимаете? Просто мы не всегда видим в этом руку Божью, но ничто не происходит без контроля Божьего. Значит, и поэтому история — это то, что творит Господь. Значит, и Он прекрасно знает, что, где, когда произойдет. Значит, нам это Он открывает, как я уже говорил в самом начале, не для того, чтобы мы знали будущее, но для того, чтобы мы подготовили себя, для того, чтобы мы могли адекватно реагировать на происходящие события, не впадать в панику, в отчаяние, чтобы вести себя действительно достойно, как дети Божьи. Значит, историю важно изучать еще и потому, что она действительно может нам преподать некоторые уроки. Значит, вся Библия — это в принципе история взаимоотношений Бога с человечеством. Это, скажем так, в общем. Значит, но в частности, это взаимоотношения Бога с его народом. Если вы зададитесь целью найти там обращение к язычникам, которым Бог, в принципе, абсолютно безразличен, то вы, скорее всего, там ничего не найдете. Ну, разве что только, может быть, какие-то пророчества, которые предвещают печальный конец тем, кто от него отворачивается и отходит. То есть Библия — это, в принципе, история взаимоотношений Бога со своим народом. Значит, и вот мне понравилось, как вот Дерек Принц, он просто рассказывает, каким образом он подходил вообще, ну, точнее, как расширялось его понимание Писаний, вот посредством того, что вот когда вот он жил в Израиле, как он начал это все изучать, познавать. Вот сначала он изучал Библию в Англии, потом он попал в Палестину тогда. Значит,
И вот когда он соприкоснулся вот с реальностью этой земли, с географией, как он увидел, как это все вот реально вот настолько точно все передано. И вот, значит, он там выделяет вот несколько таких вот интересных пунктов. То есть вот он познавал это, он размышлял над этим, делал определенные выводы и приходил к интересным откровениям. Вот момент первый. Значит, история повествования. Значит, о ком говорит нам Писание? Ну, то есть, как я уже сказал, это история взаимоотношений Бога с Израилем. Значит, есть отдельные элементы, отдельные эпизоды, которые нам показывают, значит, взаимоотношения Бога с какими-то другими группами, с какими-то другими народами, но это все эпизодически. Центральная линия, освещаемая библейской историей, это именно история взаимоотношения Бога с Израилем. Значит, дальше такой вот интересный момент, как я его назвал, идентификация Ишуа. Значит, Ишуа являлся по происхождению евреем, жил среди евреев, научен был евреем, евреями. Значит, когда-то я имел диалог такой, что вот Ишуа сейчас на небе, он уже не еврей. Он сын Божий, и он не имеет национальности. Значит, и тогда у меня не было аргументов против такого утверждения. Но вот, читая Дерека Принца, я вспомнил, что все-таки Писание дает реальный конкретный аргумент. Книга Откровений, показывающая Ишуа во власти уже после искупления, после вознесения, называет его львом из колена Иуды. То есть он не утратил свою самоидентификацию, вот именно связь со своим народом, в котором он родился как человек, да, он этого не утратил. Он продолжает быть львом из колена Иуды. То есть он по физической своей оболочке, скажем так, он продолжает быть евреем. Значит, дальше география повествования. Значит, вот как вы думаете, какие места чаще всего Библия описывает? Вот если мы бы рассматривали глобус, где в основном сосредоточено описание разных событий, которые происходили, происходят, будут происходить? Украина? Микрофон, пожалуйста. Значит, Восток, территория Израиля и прилегающих государств. Основная часть повествования вот происходит именно вот в этом регионе, да? Иерусалим, Израиль и близлежащие государства. Значит, то есть опять мы видим, что все вращается вокруг Израиля. Ну, дальше, о ком повествование? Значит, повествование идет, естественно, об еврейском народе, его поведении, его взаимоотношениях со своим Творцом. Значит, тот период, который предшествует Аврааму, значит, он показан именно как, скажем так, как исторический фон, на котором Израиль как народ Божий зарождается. Значит, авторство повествования. Кто авторы? Ну, в общем и целом, да. А конкретно? Ну, по национальности. Все евреи. А кто слышал, что Лука не еврей? Я слышал. И что ты скажешь по этому поводу? А? Почему? Потому что он был доктором.
Ну и что? Логика железная. Помните эпизод, когда Павла арестовали на территории храма? Да. Ну, его арестовали, и потом он потребовал суда у кесаря. Да. А кто рассказывал эту историю? Лука. А он рассказывал ее с чьих-то слов или лично? Или как личный свидетель? Почему? Он был с Павлом все время, у него был писарь. Ну, так если он был все время с Павлом. Но вообще-то написано, что... Подождите, но дело в том, что, наверное, это писание писалось уже позже, чем Павел. Я сейчас за Луку. Лука, вот. Лука же написал Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Так да. Вот, в книге Деяния апостолов есть эпизод, который рассказывается Лукой. Вот у меня вопрос, когда вы читаете, вы видите, что Лука рассказывает чей-то рассказ или он передает личное свидетельство? Но он был очевидцем, можно полагать. Ну, он был очевидцем. У меня вопрос, а за что Павла вообще тогда арестовали? Павла? Ну, по-моему, он тогда опять же таки евангелизировал. Его обвинили в том, что он привел язычников в храм. Так у меня возникает резонный вопрос. Если его арестовали за то, что он якобы ввел язычников в храм, а тут рядом стоит Лука и как бы и все нормально, кто же тогда после этого Лука? Не, его же не за Луку арестовали. Вот как раз таки к Луке никаких претензий не было. Вопрос, почему? Но ни еврей не мог там находиться. Павла арестовали за то, что он якобы ввел туда неевреев. И если бы Лука был неевреем, то Лука был первым же поводом. Вот так вот. Вот как у нас живучая идея, что Лука все-таки не еврей. Он еврей, но просто потому, что прошел гиюр. А что, евреями не рождаются? Железная логика. То есть авторство посланий, значит, ну, как пишет Дерек Принц, говорит, ну, Тит разве что, возможно, был не евреем. Значит, и есть одно послание Титу, хотя написал таки его Павел, да? Значит, и как бы, ну, какой-то реально ключевой роли в истории израильского народа Тит, в принципе, вот этот вот из Нового Завета не сыграл. То есть авторы евреи. Ключевые личности повествования Нового Завета. Ну, с Ветхим у нас все понятно, там в основном все евреи, да? Можно было бы, конечно, предположить, что в Новом Завете фигурируют какие-то такие ключевые деятели, которые были не еврейской национальности. Значит, но если мы внимательно перечитаем Писание Нового Завета, то мы убедимся, что, в принципе, двигателями всего этого движения всегда выступали евреи. Проблемы начались именно тогда, когда эту инициативу у евреев отобрали и начали рулить, как самим хочется. И вот, значит, в результате Дерек Принц приходит к такому выводу. Сочетая... А, еще один момент, прошу прощения. Пророчество Нового Завета. Вот, ну, в принципе... И не только Нового Завета, потому что пророчество Ветхого Завета однозначно в большей своей массе относится к Израилю и, может быть, еще к тем народам, которые по тем или иным причинам пересекались как-то исторически с Израилем. То есть я думаю, что за индейцев мы в Писании не видим ни слова по одной простой причине.
что вот они как-то так оказались несколько вдалеке от Израиля, значит, и, скажем, аборигены той же Австралии. Вот представители, к примеру, Эфиопии, значит, они фигурируют, поскольку как минимум там одна принцесса заявилась к Соломону и сказала, что мне нравится то, что ты говоришь. Так, значит, пророчества Нового Завета, они, в общем-то, если мы внимательно посмотрим, тоже говорят о Израиле. И вот, подводя итог, Дерек Принц говорится: «Читая результаты моих исследований Нового и Ветхого Завета, я пришел к ясному и простому выводу. В сущности, Библия – это летопись Израиля, написанная израильтянами частично в виде истории, частично в виде пророчеств». Вот таким вот образом. Значит, ну, мы поговорили немножко по поводу истории. У нас много еще времени? 5 минут, да? Хорошо. Я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы пролить свет еще на одну интересную вещь. Вот я сейчас попрошу, чтобы вот кто может что-то вспомнить о том, что мы знаем вообще о будущем. Вот какие факты из Библии мы знаем о будущем человечества. Вот кто может что-то сказать, поднимите руку. И когда я обращу на вас внимание, вы скажите, что вы знаете о том, что говорит нам Библия о будущем. Поехали. Хорошо. Еще что? Да, и в микрофон, пожалуйста. Значит, до этого сказали, будут глады, моры по местам, но вы не ужасайтесь. Еще что? Вспоминайте пророчества о последних период днях. Период великих скорбей. Вот тех скорбей, которых еще не было во всей истории скорби. Земли. Хорошо. Да, кто будет проходить эти скорби? Ну, все-таки это для евреев предназначено прежде всего. Вот так вот. Ну, правда. Не для нас, христиан, да? Дело в том, что здесь же спорный вопрос идет. Церковь застанет? Церковь застанет скорби или нет? Это большой вопрос вообще-то. Хорошо. Еще кто что помнит? Вот, Татьяна. Что будет такое время, когда все люди будут иметь выбор быть перечисленными, как бы иметь знак на себе, и который будет им разрешать покупать, продавать. То есть как бы всем миром будет кто-то править один, как начертание зверя. Хорошо. Еще что? Вот Олег сзади хочет. Что будет восстановлен храм. Ага, будет восстановлен храм. Кстати, вы знаете, что храм уже восстановлен? Только в Южной Америке. Точная копия храма Соломона. Со всеми нюансами и подробностями. Телепортируют. Ну а прикинь, если кто-нибудь совершит чудо, телепортирует тот храм. У евреев же есть ожидание, что когда Мессия придет, он принесет с собой новый храм. Вот раз вот храм сошел с неба, опустился, и человек вышел, говорит, это я сделал. Зря смеетесь. Легко. Еще есть? Что, кто? Что, больше никто ничего не знает о будущем? Давайте. Чем больше элементов, тем четче картина. Если совсем далеко, это тысячелетнее царство, когда будет править уже Мессия со своими... Ага, хорошо. Святыми. А кто будет в этом, будет в этом тысячелетнем царстве? В этом тысячелетнем опять евреи. Что, только евреи? Ну нет, конечно нет. Но опять же, вот мне кажется, вот судя по откровению, когда церковь восхитится,
все-таки основной акцент опять на евреев пойдет. А церковь восхитится, а евреи останутся. Ну, народ останется, конечно, тот, кто будет еще размножаться и жить, но все-таки акцент на евреев будет опять. Так, стоп. Можно уточнить? Церковь восхитится. Да. А что с евреями? Которые останутся. А, будут еще другие евреи, другие, которые тоже восхитятся? Нет, естественно, с церковью восхитятся и те евреи, которые приняли Иисуса. Церковь восхитится, а с церковью восхитятся и евреи. Я правильно понял? Те, которые примут Иешуа. Нет, подожди. Так, мне очень понравилась вот эта вот постановка вопроса. Церковь восхитится, а с церковью еще и евреи, которые приняли Иисуса Христа. То есть получается, что Иисус придет за своей церковью. Да. А евреи постольку поскольку. Нет, которые войдут в спасение. В это. Ну как же, я не понимаю. Ну ключевой фигурой является церковь. Хорошо. Хорошо, поговорим об этом позже. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Это ты мне сказал, что ты помнишь? Нет, кто-то не спорил уже. То 44 тысячи. Из них 12 колен, и у них будет печать. Они все будут, вот эти 12 колен по обетованию этого сыны и Иакова. Они будут править. Ты хочешь что-то сказать? Ничего. Или спросить? Ты дополняешь картину, да? Ой, я понял. Ладно, хорошо. Интересу ради можете дома почитать Писание, чтобы обновить в своем сознании, в своей памяти события дней грядущих. И завтра мы поговорим об этом уже более конкретно.